Нужны работающая канализация, электричество и новые детские площадки. Долой управляющую компанию. С этими другими просьбами вышли жители Малого Павлина на встречу к Владимиру Ружицкому. Чем закончился визит главы округа в многострадальный жилой комплекс, расскажем в нашем следующем сюжете. ЖК «Малое Павлино» построили в 2013 году. С тех пор туда заселились более 1500 человек. Для обслуживания поселка застройщиком была назначена аффилированная управляющая компания, отношения с которой у жильцов натянулись до предела. Нам были поставлены совсем не те условия, в которые мы вкладывали деньги в строительство этого жилого комплекса. Нет электричества, у нас нет света, у нас нет тепла, у нас нет еды, нет отопления. Плюс это все заливается сточными водами. Жители обращались с жалобами в различные инстанции, привлекали внимание через соцсети, пытались достучаться до управляющей компании. Но проблемы как были, так и остались. Визит администрации в поселок стал для них последней надеждой. Мне сантехник не сказал, не фотографируй внутри, а там еще хуже. Владимир Ружицкий, осмотрев территорию Малого Павлина, наглядно убедился во всех его недостатках. Где вы были, когда это все началось? Это не дело. У нас дети. Все здесь проблемы связаны с управляющей компанией. Да. Чтобы мы далеко не ходили. Да. Значит, мы ставим задачу, чтобы управляющая компания каким-то образом максимально доработала. Мы ставим задачу забрать ее лицензию. Отсюда изгнать вместе с вами, там, да. Вместе с вами, да, мы изберем, да, новую, да, управляющую, да, компанию. Да, да. Глава округа назначил ответственных по исполнению всех поставленных задач, а также обозначил сроки, чтобы их выполнить. В свою очередь, застройщикам и управляющей компании были даны обещания устранить все недочеты и проблемы, а также построить новую детскую площадку. Постараемся до 15 марта, до передачи, все это в надлежащем виде довести силами застройщика за внебюджетные средства. Площадку согласовать. Соответственно, Сергею Александровичу, да, достроить. На сегодняшний день принято определенное решение. Значит, будет оно поручение Люберецкому водоканалу, анализ, что касается канализования. Значит, у нас есть договоренности с электросетями именно в летний период. Здесь закольцевать электрическую схему. Сегодня в любом случае эти вопросы надо решать, и мы их решим. Также представителям инициативной группы Малого Павлина пообещали включить их в состав комиссии по решению существующих проблем. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.